А расскажите нашим уважаемым радиослушателям, что вот это такое? Тем из нас, кто не является, скажем, евреем, кто не очень в курсе. То есть вы-то в курсе, но расскажите тем, кто не в курсе. Значит, я имею в виду, что в любых странах, восточных особенно, то есть это и мусульманских стран, не только иудеи, не только, как бы, получается, Израиль, да, только... И арабы тоже, конечно. Да, то есть, как бы, у всех вот это, как бы, защита, ну, то есть наши, в основном, как бы, российские, там, ну, то есть, как бы, получается... Славяне, они знакомы только с этим, как едут на отдых. То есть они приобретают эти защиты только там. То есть я думаю, кто был там в Турции отдыхал, или ну вот в Израиле, то же самое, там в Иордании, да, ну в любых всех вот этих странах, то есть продаются именно глазики, то есть, ну они считаются как от сглаза. То есть в Турции это считается как Назар Манджих, ну то есть как бы так. В других странах, то есть это просто вот именно считается как глаз Фатимы. И еще вот именно, то есть, может, видели вы все, вот именно как в руках. Да. Я даже сама, в принципе, ношу. То есть, там, откуда этот символ появился? Кто такая Фатима и почему этот символ работает? Этот символ, то есть, как бы в Израиле это тоже, то есть, как бы, ну, это больше, это получается... как бы название Фатима, это, ну, то есть от рабов исходило, то есть это рука именно как бы Фатимы, то есть это получается Мухаммеда, да? Да, Мухаммеда. Как бы, ну, то есть как бы она имеет значение вот именно как защиты. Понятно. Итак, уважаемые друзья, хочу напомнить еще раз, что на волне радиостанции «Сангейтс» у нас сегодня Инесс Алиева, маг-пропсихолог, ясновидящая, гадатель, немножечко ведьма по совместительству из Стольного Града Минска, из Белоруссии. Итак, Инесс, расскажите, пожалуйста, вот что ждет нашу цивилизацию в будущем, вот в недалеком обозримом, например, какие катаклизмы могут быть? То есть это все карты видят тоже или это закрыто все? Ну нет, это до того момента, пока я не задавала эти вопросы, значит, оно как бы информация, естественно, не выходит. Поэтому, ну, то есть, если делается конкретный расклад на это, то есть. Ну давайте посмотрим. Саша, значит. Давайте посмотрим, что же ждет нас в обозримом будущем. Какие катаклизмы, какие моменты, скажем, хорошие или нехорошие, прилетят ли к нам инопланетяне, или ждать очередного какого-то коллапса. Что ждет нас впереди? Что я вам хочу сказать, еще следующий, именно следующий год, возможно, то есть как бы будет продолжаться кризис. Да, то есть это будет касаться и Европы, и России тоже, в том числе. Уже с 16 года пойдет немножко все это на улучшение. Как бы так. Что касается следующего года, я еще вижу как бы три какие-то нехорошие, то есть как бы как катастрофы. Это здесь получается еще не только, то есть может быть какие-то действия как военного плана. То есть здесь вижу как Украину и как Германию, то есть как Евросоюз какие-то будут, еще будут терки. Так, потом здесь еще получается, вот вижу как будет связано что-то как с поездом, да, какая-то катастрофа. И может быть такое, что с самолетом что-то связано, но это будет связано вот как, или это будет или Малая Азия, или Малая Азия опять, или это может быть как сингапурская сторона, вот, то есть как бы та сторона. Понятно. Еще, может быть, разрядится еще какая-то тоже, ну, то есть, как бы... Конфликт какой-то. Конфликт какой-то еще тоже
может вот именно как Египет, Сирия, как бы затрагиваться. Еще вопрос. Вот судьба Европы. То есть нам же много кто чего напредрекал из сильных мира сего в плане экстрасенсов и гадателей. Вот что карты вам говорят про ближайшую судьбу Европы? Давайте посмотрим. Так, ну, что хочу сказать по Европе, то есть ухудшения будут очень сильные. То есть Европа, она как немножечко как обеднеет или как очень сильно. А какие карты? Какие карты мы там имеем? Имеем карту, если знаете, гроб или знаете, вот именно как бы как крест карты. Ого. Здесь вот именно или нужно, чтобы какое-то, ну, то есть было перевоплощение, ну, то есть как бы здесь сама карта, то есть надо какое-то состояние изменения, то есть что-то вообще изменить, то есть или приостановить, или изменить. Угу. То есть таким образом. Ну, то есть как бы будет какой-то крах. То есть Европе сейчас мало не покажется, походу. Да, да, да. Да, вот такие вот они все у нас предсказания сегодня немножко мрачноватые. Ну что ж, это такое дело. А предсказатели что сказали? Ну, каждый по-своему видит ситуацию, но про Европу я другим не задавал. Это чисто ваш вопрос, Инесса. Он специально для вас был приготовлен. Вот, другим я сегодня не задавал этот вопрос. Ну что ж, у меня еще есть вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот что-то, какие-то случаи, связанные с магией, и, в которых вы принимали непосредственное участие. Потому что магия – это всегда терра инкогнита, это всегда что-то запредельное и интересное. А мы знаем, что вы маг. Расскажите, пожалуйста, что-то про это. Так, что такое магия? Ну, мы уже в прошлый раз тоже говорили. Ну, про магию это мы все знаем. Я имею в виду про конкретные ситуации, случаи из жизни, связанные с магией. Вы же маг, соответственно, да. Соответственно, у вас есть много ситуаций, связанных с магией. Так должно быть, по крайней мере. Возьму тогда свое, как говорится, талмудик своих записей и посмотрю. Да? Потому что я обычно, когда что-то делаю, я стараюсь как бы так. Вспомните, Инесса, что-нибудь интересное такое. То, что значит, понравилось нашим уважаемым радиослушателям. Значит, все-таки же мы, у нас же шоу. Очень хоть... много да. ситуаций было как бы, ну, в жизни, которые люди приходили, вот, ну, жены как бы своих мужей привораживали. Угу. Приходили девушки, как бы, очень много сыграло роль, очень много как бы соединило семьи. То есть, да, это было магически, как бы так. Очень много как бы людям делала вот именно как бы на удачу, то есть сразу там через месяц или через два шли какие-то продвижения, то есть человек становился вот именно как бы на ноги и шел процвет. Как бы. А что значит сделать на удачу? Это что значит? Ну, специально делаются определенно магические как бы ритуалы. И, во-первых, ну, если человек вот именно порчен, деланный, значит, с него сначала убирается эта информация, а потом делается вот именно, то есть, как ситуацию продвигаешь или ситуацию, как бы толкаешь человека вот именно, чтобы у него пошла удача. То есть, очень много людей, которые, они по жизни вот именно, ну, то есть, как бы, вроде бы, и делают какое-то дело, но это все идет в никуда, просто никуда. Ну, то есть, как ситуацию, вот именно как бы эту убираешь и делаешь щитку для человека, а потом как бы делаю вот именно как бы ритуалы на удачу. Вот, чтобы человеку портило, к примеру, или человеку как бы открылись дороги всюду. То есть, или чтобы вот, много очень заказывали люди, которые были сами, да, то есть которые работают, занимаются бизнесом или еще что-то. Ну, немножечко такие маленькие авантюристы, то есть чтобы у них везде были открытые дороги. То есть чтобы человеку мог всюду попасть. То есть вот, где бы он ни был, он пришел, к примеру, да, ему нужно какую-то бумажку, к примеру, подписать или что-то сделать, да. И ему раз, ему поглядели в глазки и растаяли, подписали.
То есть таким образом. Потом, ну, то есть как бы очень много ситуаций было, которые приходили вот именно, вот сейчас приходят тоже, обращаются по чистке вот именно помещений, по квартир, больших помещений, офисов, да, потому что, ну, чувствуют, что вот именно как бы энергетика очень-очень плохая, и очень тяжело там находиться и работать, и все остальное. То есть, естественно, ты ходишь там, как бы работаешь, вот именно как бы делаешь чистку, да, очистку, и все совсем идет по-другому. Даже вот недавно, вот, получается, 2 дня назад видела тоже на чистку цыганского дома. Ну, то есть как бы даже смешно это, получается, цыгане сами не могут почистить, как говорится, ну, свой дом. Хотя они же все в этом, как говорится, выросли, да, то есть ловили. Вот ездила и сразу потом, как бы, получается, ну, там 3 дня я говорила, что должно происходить, и они позвонили, говорят, вообще удивляются, что, ну, все так вообще, все прекрасно, все хорошо. Потом, как бы, ну, в основном магически вот приходят, я говорю, по приворотам, приходят, очень много магических, как бы, делается ритуалов на здоровье. То есть очень приходит много людей, которые, вот, к примеру, то есть остался типа год жить, там, 2 года жить, то есть продление вот именно чисто жизни. То есть есть люди, которые, ну, даже знают, что человек умрет, но хотят, чтобы просто человек хоть год, хоть два, хоть как-то прожил. То есть вот эти вот ритуалы тоже, то есть делаются. Да? Потом, что тут еще, как бы, получается, естественно, делаются вот именно тоже, как бы, моменты защиты тоже магические. Так. Много очень вопросов приходит по бизнесу, чтобы вот именно раскрутить бизнес людей. Да, чтобы пошел бизнес, потому что бывает сейчас вот, а говорят, что чем, как говорится, больше кризис, тем лучше магам. Да? То есть, как говорится, кто-то гаснет, а кто-то процветает. То есть здесь в этом плане, когда кризис, маги всегда радуются, потому что кризис. Ну, то есть, как бы, работы прибавится, типа, да. Ну, приходит, естественно, очень много, как бы, бизнесменов, очень много приходит людей, которые хотят именно что-то сделать с своего места. То есть вот это тоже, как бы залаживается тоже информация. Ну, приходят вот именно тоже, как любовные, как бы, треугольники, да, чтобы, как бы, сделать или отвороты, кто-то привороты. Понятно. Ну, а какие ваши самые любимые ритуалы, Инесса? Вот что вы любите делать больше всего? И расскажите какой-нибудь ритуал нам, пожалуйста. Вот что люди могут делать сами дома? А так, ну что, если касается вот именно чисто по здоровью, то, естественно, то есть если кто-то хочет сделать чистку, то есть не хочет пойти вот именно к магу, или просто нет времени, или нет денег, значит, в первую очередь нужно пойти, если это сам по себе человек, именно христианин, значит, пойти в церковь, там, во-первых, исповедоваться, и плюс еще, ну, то есть, как бы, поставить вот именно, как бы, себе там здравие, сороковку или икону поставить, свечку, своими словами тоже попросить почиститься. Потом подойти, возможно, такая еще, ну, то есть, как бы, подойти к Николаю Угоднику, тоже поставить свечку. Да, и попросить, кстати, сегодня Казанской Божьей Матери у нас праздник. Поэтому это, естественно, эта икона, это семейная икона, это хранительница семьи. То есть здесь в этот день очень хорошо делать на, как бы, сохранение семьи, на восстановление семьи, где у кого какие-то раздоры, где у кого какие-то, как бы, есть такие, как бы, семейные неурядицы. Так? Значит, что касается, вот я по Николаю Чудотворцу говорила, подходите, значит, к иконочке к Николаю Угоднику, ставите вот именно свечечку. В первую очередь вы можете, как бы, попросить вот именно
о том, что вы хотите, то есть можно своими словами, и еще перед Иисусовой иконой, то есть перед Иисусом, то есть в первую очередь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, помилуй меня там грешного или грешную, неважно. Спаси, сохрани меня и там мою семью от всякой, ну, там, беды. То есть это тоже нужно. Как бы так, это при Иисусе. При Николае Чудотворце просто-напросто подойти к этой иконочке, попросить, сказать: Николай, угодник Божий помощник, ты в доме и в поле, там, в пути, и в дороге. Везде. Спаси и сохрани меня, то есть от всякой беды, от всякого, ну, то есть как бы то, что есть какая-то проблемочка. В домашних условиях можно это сделать, то же самое, прочитавши молитву как «Отче наш», прочитать можно Псалом 90 «Живых помощи Вышнего», и также можно прочитать «Животворящему Христу». Так, и... Потом, то есть как бы прочитать, если кто-то как бы не верит во все вот это, просто на молитвах только живет, значит, в первую очередь прочитать Куприяну и Устинию. То есть и есть заговоры тоже, их тоже можно, ну, то есть если кто-то, ну, то есть использует, как бы, есть некоторые такие щепотки, есть какие-то заговоры, можно использовать заговор, просто прочитавши на воду, прочитать желательно, конечно, в первую очередь молитвы, какие знают, и, ну, любой там заговор там от чего там, от порчи, от глаза, от чем, ну, кроме проклятия, потому что в домашних условиях проклятие нельзя снять. Это нужно обращаться к мастеру. Понятно. Спасибо, Инесса, огромное за такую интересную передачу. Но лучше всего, конечно, обращаться к специалистам. Правильно, Инесса? Если что-то у кого-то не так, лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к человеку, который 25 лет уже занимается магическими практиками. Я рекомендую вполне Инессу Алиеву, человека проверенного, человека, который 25 лет помогает в городе Герои Минске людям избавляться от тех или иных проблем. Обращайтесь, пожалуйста, и мы всегда передадим эту просьбу Инессе. Наш телефон прямого эфира 847-226-9956, радиостанция «Сангейтс», передача «Терра Инкогнита». С вами был ваш покорный слуга Владимир Гершанов и маг, рунолог, таролог и просто хороший человек Инесса Алиева. Спасибо, Инесса, за такую интересную передачу. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. До свидания.